Ну что же, вечер добрый. Как водится, программа «Живые» с 8 до 10 вечера. В студии своего радио собираются замечательные люди. Я в данном случае имею в виду, конечно, музыкантов, безусловно. Ну и разговариваем мы с ними, песни они поют. Понятное дело, ничего не меняется в программе, потому как для того она и создавалась, чтобы радоваться жизни, получать удовольствие от музыки и от общения, безусловно. Хоть коллектив, который здесь сегодня в представлениях, не нуждается абсолютно никаких, но есть у нас традиция. От этой традиции мы никуда не уходим. Сначала песня, а после песни мы начинаем уже разговоры разговаривать. Сегодня, в принципе, я считаю, что для меня наступает замечательное время, время отдыха, потому как фронтмен коллектива, который здесь сегодня, в принципе, не нуждается в том, чтобы ему задавали вопросы. Вы поймете это по ходу, если никогда раньше не слышали. Сейчас ты молчишь. Никогда не слышали, как он общается помимо песен. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! В общем, все очевидно и все понятно, конец фильма здесь. Сегодня, чему мы чрезмерно без, так сказать, мерно рады, а я как рад, я очень люблю, когда я в эфире отдыхаю. Это чистая правда. И теперь я даже не знаю после этих слов, стоит ли мне вообще что-то начинать говорить или... Как это, что значит стоит? Я думал или наоборот о том... опровергнуть и сделать подставу. Я вот подумал, надо ли мне говорить вообще сегодня. Ну, что, собственно говоря... Ну, добрый вечер всем, кто нас смотрит. Добрый, Женя Феклистов, да, Евгений Феклистов, вокал, гитара, ну и, собственно говоря... Я могу других представить тоже участников. Давай. Я даже могу по имени-отчеству, я
однажды начнешь опозорился и забыл отчество одного из музыкантов, но сегодня должен реабилитироваться и вспомнить все. Значит, Петр Валерьевич Миков... Не-не-не, у нас так не надо. Вот эту ручку ты поднял, иди к микрофону, подойди. Хотя бы разок-то за эфир, подай голос, пожалуйста. У него ножки-то болят, у него было недавно день рождения, у него ножки болят. Здравствуйте, ребята, просто очень приятно вас видеть. Говорят, что музыканты вообще ни слова не говорят, как-то неправильно. 23 января у Петра Валерьевича Микова был день рождения, но подарки он принимает до сих пор. Спасибо. В любом виде, в конвертируем, твердо конвертируем, в жидко... В валюте тоже. Да, в жидко градусно, в общем, разных, в общем, химических составов. Значит, еще у нас сегодня в гостях... Он уже, кстати, с микрофоном сидит. Не-не, этот Степан... микрофон бессмысленен. Бессмысленен сегодня, но да, вот тогда ему придется все равно подойти. Значит, человек, для тех, кто не видит, с такой с южнокорейской прической, Степан Евгеньевич Токарян, он на клавишах. Его услышите сегодня и как бэк-вокалиста, и если получится, даже как... Пока я у микрофона. Спасибо, Евгений. Тоже. Спасибо. Аплодисменты, Евгений. Да. Прекрасно представляет. Так, а пока... Пользуясь тем, что я пока у микрофона, хотел бы передать привет своей маме, папе в Таганрог. Они смотрят нас. Все-таки сюда. Недалеко вот, от Южной Кореи. Я вас люблю. Там всем привет. Все, я пошел. Спасибо. Так, отлично. Теперь следующий привет будет городу Петербургу, потому что следующим против часовой стрелки, почему-то так у нас сегодня пошло, сидит Алексей Юрьевич Плещунов. Это вот город Питер должен сейчас зарыдать или, наоборот, встать и засмеяться. Добрый вечер, друзья. Всем привет. И Алексей, ему труднее всех, конечно, ему надо сейчас доказать, что он может перепрыгнуть через пластиковую высоту. Легко докажет. Всем привет. Да, Алексей Николаевич, тоже Алексей, но чтобы не путать один Юрьевич, другой Николаевич. И еще мы, для того, чтобы не перепутать, один играет на бас-гитаре, а другого фамилия Денисов, он играет на барабан. Ну, собственно, конец фильма. И Евгений Сергеевич Феклистов. Вот я справился с задачей, запомнил, наконец, всех. И сдал. Ну вот, сегодня здесь, я думаю, будет, как всегда, весело и, как всегда, замечательно в музыкальном плане. Поэтому задам тебе один единственный вопрос. Судя по всему, сегодня за весь эфир я так решил, что не буду особо. Ну, начинай. А, что значит? Это вопрос? Как дела? А, как дела? На вопрос, как дела, существует единственный ответ. Грех жаловаться. Вот это единственный правильный ответ на вопрос, как дела. Он абсолютно форматен, не оскорбляет ничьих чувств и не является нытьем. И в то же время вот, объективно отражает нашу реальность. Грех жаловаться. Ну, ты знаешь, есть хорошая старая читайская присказка, что зануда – это тот, кто на вопрос, как дела, реально начинает рассказывать, говорить, как у него вот, дела. Вот что не так начинает. Да. Прежде как дела – это не значит, что не так. Это другой вопрос. На вопрос, как дела, еще можно ответить «how do you do?» Тоже можно. Но лучше ответить… Вообще, получается так, что если… англоязычные люди встречаются, они отвечают на вопрос, как дела, отвечают, как дела. То есть они, у них нет ответа, они не подразумевают вопросе, они не подразумевают ответа. И они отвечают вопросом на вопрос, а у нас вот так не принято, наверное, можно было бы тоже. Как дела? То есть это вот, а мы искренне, мы отвечаем. Нет, еще говорит, пока не родила. У нас немножко по-другому, но это тоже уже... Вот грех жаловаться, он беспроигрышный вариант, возьмите на вооружение. Я не так уж много сегодня полезных вещей скажу, буду повторяться, потому что в прошлый раз я тоже что-то говорил. А вот эту фразу надо взять на вооружение, и вы обнаружите, что жизнь начнет налаживаться. После этой фразы хочется задуматься, действительно, на что же, собственно, пожаловаться. И как-то станется стыдно. Не только что хотел ответить, как дела, а тут сказал, и все. И уже вроде и жизнь налаживаться стала, вот все.
Да, я же говорю, что стоит задать один вопрос, а дальше просто внимательно слушать. Феклистов, он человек, который умеет говорить на любые темы, причем делает... Все, не отвечай мне, я сейчас подвожу к песне, иначе мы опять сейчас с тобой уйдем. Да, говорит об мир этом... Мир прекрасно. Изящно, очень красиво, и я лично очень получаю огромное удовольствие от этого. Давайте дальше петь, так вот называй песни. Ну, первая, понятно, что название, в общем, не надо было. «Юность в сапогах», а вторая песня тоже понятна, потому что продолжается зима, ага. и вас не покоробит, дорогие слушатели, если я буду все-таки называть название песен, поскольку музыканты не знают, в каком порядке, что мы поем, это исключительно импровизационный момент. Но песня «Зима», я думаю, что она вас порадует, тем более, что она наконец наступила, да, и еще продолжается. Конец фильма здесь сегодня. Да. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Зима 3000 лет, фейерверк до утра, петарды в ухо, мартини с горла, во дворе на ботинках икра. И если я не лягу спать, а я не лягу, значит скоро напьюсь. Мандаринные корки, бутылок, осколки, грязь, веселье и грусть. То ли упасть головой в сугроб, обретая вечный покой, или просто пойти разбить кому-нибудь лоб, и скорее всего, причем именно свой, может быть. Не стоило жить, но на елке еще так много огней. Девочка, стой, выпей со мной, мне от глаз твоих будет теплей. Зима. Все коты в горле сдохли, все мечты пересохли. Зима. Утро, нет меня, нет, день, я все еще труп, вечер. Трезвая жизнь, похоже, это слишком тягостный труд. Ночь, приходят друзья и звонят, и звонят, и вышибают мне дверь. У меня больше нет сил сопротивляться. Еще один год в черном списке потерь. Еще один год, еще один чей-то пьяный рот. Сколько лет, сколько зим, вы ошиблись в квартире, соседи в кино. Ничего, командир, водки нет, есть вино, но все крепко накрыло. Давай не спи, наливай, все это кажется было. Все течет через край, пытаюсь щетом подняться. В глазах меркнет свет, слышу стук от удара своей головы о паркет. Зима. Скорей закажите такси, мне нужно теплое лето, солнце, пальмы, прибой. Мне кажется, я качусь вниз, меня можно спасти, но кто меня будет спасать на празднике ночью, зимой? Зима. Все коты в горле сдохли, все мечты пересохли. Зная, схожу с ума, ко мне вплотную подступила зима. Глаза зимы глядят на меня из окна, и в каждой клеточке тела застыла она, зима наяву. Зима в обрывках сна, зима так длинна и так холодна, она так глубока и так бесконечна. И мне кажется, что эта зима будет вечна. Эта зима будет вечна. Зима, мама, 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 зима, зима, зима,
Замечательная вещуга, на самом деле, просто замечательная. Ну и время года. И время года неплохое, когда вот так, ну не как сейчас, сейчас как такая морось на улице, а когда не особо холодно. Когда не особо свиной и птичий грипп. Это и да. Вот. Это Но да. Мы сегодня, кстати, провели эксперимент, проехали в метро, и вот ждем с нетерпением результатов. Все-таки насколько вообще музыка является хорошей профилактикой от внутренних респираторных, правильно я сказал, внутренних, может быть, и внешних. В общем, мы хотим проверить свой иммунитет и заодно влияние оранжевого цвета на профилактику. И авитаминоза. Вот. Может, потом ты не проверял уже влияние оранжевого цвета. Ну, проверял, но сейчас такая новая волна. В аптеках кончаются лекарства. Половина из них, которые слышал, что вот сейчас должны подвести патроны, они входят в список расстрельный список лекарственных препаратов, которые, оказывается, не помогают. Я недавно прочитал. Оказывается, все, что мы принимаем, практически ничего не помогает. Я вот пришел к такому выводу. И лучше вообще не принимать лекарства. И слушать музыку, сидя дома, вам любой человек скажет, что это лучше, чем ездить в метро. Неужели все? Я ждал продолжения. Жень, давай, я знаю тему, которую сейчас хорошо развить бы. Ну, если уже заговорили о болячках всяких, вот ты как лечишься, если заболел? Вот реально. Ну вот, я вот лечусь по этому принципу, что если принимаешь, то за 7 дней проходит, а если нет, то за неделю. Нет, я все пытаюсь сделать, но без особого. Я не особенно верю в силу медицинских препаратов, и мне кажется, что последние мои эксперименты, они показывают, что это все не работает. То есть надо набраться терпения. В общем, что... Все уже было придумано. Чай с малиновым вареньем. И во-первых, потому что малиновое варенье прекрасно можно поесть. То есть повод поесть как какой-нибудь вот классной штуки. Брусничной истории. Что, то есть как ты еще любишь болеть, потому что там варенье? Я не люблю болеть, но я думаю, что когда болеешь, то надо использовать наработки Карлсона, который говорил, помните, малышу в свое время говорил, что надо вот делать рецепт, там конфеты растолочь, там что-то. В общем, это очень... Мне кажется, что вот этот рецепт, он вполне даже себе конкурирующий с фармакологическими брендами. Просто вот, примерно то же самое. Главное верить в то, что лекарство поможет. А для того, чтобы лекарство помогло, оно должно быть как минимум горьким. Вот иначе вот это замечено, что и сладкие лекарства не помогают, должно быть горькое, и крепкое. Что-то крепкое, неприятное. И жидкое. Да, ну, естественно, это и нужно... Как дашь? И чтобы вот... О, чувствуешь, вот это лекарство помогло. Ух ты, я теперь, кажется, понимаю одну штуку. Есть такая Аня Пингина, ну, надеюсь, представлять ее особо не нужно. Чудная совершенно певица, группа. У нас в ротации на своем радио крутится. У нее муж в Японии. Он японовед, японоязычный человек. Ну, то есть он русский, но... В Японии даже конфеты горькие. Вот сейчас я к этому и веду. И она родила, и вот сейчас воспитывают ребеночка там же, в Японии, по-моему, и находится. Редко-редко приезжает пока что на родину. Но когда она заезжает, время от времени там пересекаемся, привезла как-то она нам однажды вареньице. Из лакрицы? Японское. Нет, вареньице. Персиковое, по-моему, какое-то вишневое. Персиково-селедочное. С перцем. Женя, с перцем. Я люблю остренькое, но я хапанул, думаю, ну, вареньице, надо попробовать ложечку. Как хапанул, я теперь точно знаю, каков перец на вкус. Ну, то есть не горечь, а вот именно вкус перца. Я раньше как-то особо не прислушивался. Но именно поэтому у них на флаге красная вот эта штука, красный шар. Круг. Круг. Это сразу в глазах то, что возникает после того, как сел от этого восходящего солнца. Но когда привезли. Ты говоришь, что должно быть горьким, так вот, суть по всему, это лекарство. Суть по всему, они этим лечатся. Ну, потому что это есть вот так с чаем в удовольствие. Но у них есть селедочное, по-моему, мороженое, если я не ошибаюсь, из селедки. Они вообще потрясающие в этом плане экспериментаторы. Вот, и даже вот не знаю. И сырую рыбу, да, они едят прямо вот, прямо даже не закусывая. То есть я даже, поэтому прямо японцы... Они являются в плане
профилактики, они являются нашими антагонистами. Мне кажется, не зря все-таки Россия воевала за Курилы, потому что, ну, вот, разные отношения. Просто они едят красную икру, а мы закусываем. Просто это разный подход. Разный подход. Это две совершенно такие две противоположных эстетики. Это правда, надо петь. Надо петь. Я сейчас буду только напоминать, когда петь. А хорошо. Все остальное уже Женя сам взял в свои руки. А я помню, я когда смотрю направо, там всегда петь сидит. Поэтому петь, ты готов. Значит, следующая песня, объявляю для музыкантов и для вас тоже, дорогие слушатели. Я же не такой совсем эгоистичный. Называется она, вот на английском языке она называлась Motel Room, да, Motel Room. В общем, гостиничный, даже не гостиничный номер, а номер мотеля, да. А на русском языке, наверное, она может называться «На дне». Это песня, немножко несколько слов. Это кавер на песню, автор которой является Дэвид Артур Браун, лидер группы «Браззавиль». Сразу хочу сказать, что Дэвид разрешил нам ее исполнять, так что мы ее с удовольствием для вас и исполним на русском языке. Это наша такая версия. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Наконец-то я свой голос услышал. А здесь сегодня группа «Конец фильма». Поехали. Yeah.
Хочу обратиться сразу ко всей аудитории, которая сегодня слушает программу и что-то пишет. Задавать вопросы объясните непросвещенному, пожалуйста, что было сегодня в программе у Бронемира. Неэтично, когда в студии поет Евгений Феклистов. Нет, а у Бронемира что-то было в программе. Музыка была, наверное. И музыка тоже. Давайте не будем засирать, и другого слова сказать не могу сейчас. Просто прямым текстом ленту, которая посвящена сегодняшним гостям, вопросам. А для чего же лента создана? Она создана только для этого. Сейчас я с тобой буду ругаться, причем жестко, и тебе то же самое скажу. К Бронемиру, вот там есть внизу, там и пишите, пожалуйста. Здесь, ну что, я ищу вопросы от вас, какие-то комментарии от вас, а вы беседуете на предмет, ну, о погоде там поговорите действительно тоже. Ну, хотя, в принципе, о чем еще говорить с Феклистовым? Ни о чем другом. Только о погоде, о лекарствах. В общем, старческие такие темы поднимаем сегодня. В принципе, совершенно логично уже. Оба мы с тобой не молоды, дружище. Ну, да. Сейчас тут возражать начнем. Есть темы, которые после я могу поднять, но закроют нашу программу. Поэтому они не старческие, они такие слишком молодежные, но мы, наверное, не будем об этом. Не будем, мы не будем об этом. Об этом лучше с Бронемиром, да. С этим, да. Я тебе скажу так, я забыл, вот глядя на тебя, забыл, что не напомнил, в общем, контакт, координаты. Если хотите что-то написать, и пользуйтесь при этом телефоном, смс-ками, то бишь 4647, сначала свои, пробельчик, а дальше все, что хотели бы сказать, это могут быть вопросы. Пользуйтесь компьютером, телефоном, эмоции. Запоминайте номера. Я на вздохе, пытаюсь, это могут быть всякие эмоции, вопросы. Шлите смайлики. Группа ВКонтакте, специально там анонс давно уже выложен, фотография, а в тексте анонса, не знаю, что, да, ну, хорошо, а текст анонса, собственно, группа «Конец фильма» выделилась. Группа «Конец фильма», молодец. Мы скоро будем везде, будем скоро в Питере, следите за рекламой, в Питере будем в феврале. Синяя, потому что активная ссылка. Да, 30-го я буду один, если кому-то вот захочет увидеть меня одного, без ансамбля, это надо проехать в Балашиху. И очень романтическое название «Вежливый лось». Я вот впервые выступаю. Вежливым лось. Я знаю прекрасный этот анекдот. Я думаю, что концерт будет с юмором, пройдет с юмором. Все зависит от вас. Это гастробар. Добрый день. Я гастро, надеюсь, что это не от слова гастарбайтер. Не гастробар, а гастробар. Это можно будет приобщиться к гастрономическим тайнам. И я думаю, ну не знаю, будет ли там вежливая лосятина, лососятина, но 30 числа в 19:00, это вот прямо скоро. А так вообще мы будем в феврале ждите нас в Питере, в Саратове, в Москве, ну вообще ждите нас везде, на своем радио, в ленте новостей, сразу за новостями о Бронемире нас легко найти. Чаты работают для вас также. Один из чатов на сайте своего радио, своего радио.fm. Там есть слово «чат», сразу увидеть, не заблудитесь. Там есть слово «FM». Это тоже. Это тоже. И видеокартинку можете наблюдать, если зайдете на сайт своего радио, своего радио.fm. Там сверху есть плеер. Давайте читайте самый злой вопрос. Онлайн-аудио слева, онлайн-видео справа. Есть у нас уже что-то злое. Синий кружочек нажимаете, сразу у вас картинка. Планете.ру, спасибо большое за то, что картинку представляет. Там тоже есть чат, в котором тоже можно писать. И как же мы можем забыть Мирструн.ру, тоже у нас перед нами спонсоры, Sennheiser и свое радио, мы как всегда здесь. Браво, Феклистов. Желтые глаза сегодня будут, спрашивает Сергей Сергеевич. Конечно, мы сразу должны спеть, или все-таки вы послушаете передачу до конца? Подождите секундочку. А давай вот сейчас у меня будет тебе просьба. Сейчас как раз в премьерах очень хорошо и активно идет новая песня конца фильма. О, давайте споем. Давай сейчас ее как раз и споем. А то скажут, что играть-то не умеют еще, пока вот не научились. Тут кто-то написал, кстати, что очень любит группы, которые как в записи, так и живьем исполняют все совершенно одинаково, никакого различия нет. Вот Садовник 79 написал. Это группа «Ласковый май», по-моему. Нет, и записи вживую одинаково. В данном случае конец фильма. Как всегда, живой звук. Хорошо. Поехали. Ребята, на всякий случай, дело в том, что меня вопросительно смотрит барабанщик, это специально для барабанщика. Песня «Любовь». Так это, кстати, упрек барабанщику, который не знает, какие премьеры крутятся на своем радио. Дело в том, что это во всех группах всегда барабанщику надо повторять отдельно иногда. Ну, я просто вижу, когда это надо делать в нашем коллективе. Ну, не будем мешкать лукаво, и так песня «Любовь». Thank you.
ждем выстрела сзади, словно ночная мгла. Это была импровизация. Это не было задумано так сначала, это была чистая импровизация. Конец фильма здесь сегодня. Знаешь, очень чудное сообщение от Антона Прокофьева пришло. Я когда вдумался в смысл... Очень чудная фамилия у Антона. И Прокофьев тоже. А сама по себе фраза строится. Эфиры конца фильма можно переслушивать из года в год. Ну, то есть раз в год надо обязательно послушать эфир конца фильма. Но Новый год чаще, да? Нет, как раз получается, как и Новый год. Как и Новый год. Как и Новый год. Хоть так. 46-47, это короткий номер ваших смс. Сначала свои, я стараюсь просто успешно сказать. Свои, пробел, дальше все, что хотели бы адресовать коллективу, как вопросы, так и эмоции. Значит, вот некоторые люди, в том числе и музыканты, говорят о том, что с возрастом голос меняется. А сколько слушаю конец фильма, Евгений, всегда узнаваем. Женя, как вам это удается? Как работает? Потому что у меня все с детства был старческий дребезг в гортани, поэтому у меня все... То есть это у людей с приятным тембром голоса, то есть не характерным. Для них вот это является такой действительно проблемой. И я знаю, что вот настоящие вот оперные певцы, у которых вот прямо такие платиновые голоса, они даже не разговаривают почти, потому что каждое слово, оно уже вот сокращает жизнь связок. В общем, это все очень драматично. А у меня в этом плане... У меня все хорошо. Сокращать нечего, да? Да, у меня все, я в состоянии... То есть ты свой голос не любишь?
Нет, я его не берегу, потому что... Я говорю, не любишь. Нет, я люблю, но именно этим он мне и нравится, что его им можно пользоваться и в быту тоже. Как вы используете свой голос в быту, Евгений? Можно спросить, сколько стоит устроить скандал в магазине? Кстати, я иногда этим... Голосом. Пользуюсь для этого, да, и потом меня узнают. И иногда вот хочется сменить место жительства, потому что начинают узнавать и говорить, ой, как вот, какой вы молодец, не меняетесь, все вот такой же. Все за колбасу уже. Так же вы прямо вот такой энергичный. Да. Конец фильма здесь. Да, поэтому? Сегодня. Нет, я борюсь иногда за интересы покупателей, когда в кассу устраивается больше 5 человек, и у меня начинает это... Я смотрю на этот телефонный номер, думаю, когда-нибудь позвоню, наверное, не утерплю. Бывает, там висят телефонные номера. Позвоните, пожалуйста, как только вы увидите что-то такое, позвоните, пожалуйста, нам. Вот, я не помню. Не буду оглашать название этих магазинов, это тайна. Куда звонить? Нет, все, кто живут... Это реклама уже будет, понимаете? Это, uh-huh. Вы, если живете со мной в одной стране, вы должны их увидеть. Вы обратите внимание, есть такие волшебные магазины. Есть волшебные ценники, когда перечеркнут желтый ценник, и белый стоит точно такой же ценой. Я тоже очень люблю. Это тоже очень часто у нас бывает. Да, никогда не видел. А вот в оранжевые ценники, они всегда честные. Ищите оранжевые ценники в магазине с надписью «Свое радио». Ай, спасибо. Дмитрий Светский, что пишет. Семен, ребята, подмигните Беларуси. Белоруссии подмигиваем. И хотим, пользуясь случаем, сказать, что ребята, с белорусскими номерами в России, в Москве не штрафуют, штраф не выписывают. Поэтому пользуйтесь этим, пока еще вот это знают не все. Я вам открою маленький секрет. Должна же быть какая-то польза, знаешь, от этой передачи. А у меня знакомый один ездит уже там. Проверил, не приходит. И даже не забирают их на штрафстоянку, потому что, ну, почему-то они считают, что... Я не знаю, господа из Беларуси, почему-то гаишники считают, что как-то, в общем, они к вам относятся более братско, по-братски, чем чем своим землякам. Не знаю почему. Вот, так что вот это есть плюсы. Возможно, гаишники просто все из Беларуси. Значит, вопрос этот же Дмитрий спрашивает, задает вопрос вот какой. Если можно бы, чтобы все ребята ответили, пишет он, в каком самом неожиданном месте ребята сталкивались со своим же творчеством? Где внезапно застала звучащая из каких-то динамиков композиция группы и какова была реакция? Ну и да и кассетки в пути, как обещал. Кассетки в пути, как и обещал Дмитрий Святский. Кому он обещал кассетки? Ну, кассетки, да, обещали. Я собираю, дело в том, что пиратские записи. Ах, вот. И принимаю кассетами тоже. Это такой вообще раритет. Это некоторые коллекционируют винил, угу. А я коллекционирую кассеты. У меня есть, потому что на чем слушать еще до сих пор. А кассеты свои? Да, конечно, ну, свои, но такого пиратского выпуска. Так, то есть, например, чтобы было, допустим, на одной стороне записана группа «Конец фильма», а на другой, что какой сюрприз, например. И мы не знаем, как это бывает, но я знаю, что вот в эпоху разгула, разнузданной борьбы с пиратством, когда боролись всеми силами в каждом... Были студии даже звукопереписывающие. В общем, там все это было налажено. И вот такие вот раритетные кассеты до винилового периода, то есть, они, кстати, возвращаются. Кассеты тоже возвращаются, потому что ведь прослушал до конца, а потом перемотать. Вот это же в кассетнике кончилась пленка. Смотай. Вот хотя бы для того, чтобы... Как? Вот это, смотай или мотай? Надо переслушать эти оба варианта. Так, а вы обещали ответить, у кого какие были самые? Значит, они, с кого начнем? Они обещали? Нет, они не обещали, но их просили, чтобы они пообещали. Леш, ну давай ты как-нибудь. Алексей Николаевич. Йо, микрофон. Где ты слышал что-нибудь так неожиданное? Бах, когда-то давно, когда я еще не жил в Москве, жил в Волгограде, как-то я услышал на радио России группу, в которой вот тогда я играл. Ну, то есть это моя там волгоградская была группа. То есть конца фильма на радио ты никогда не слышал? Слышал, но просто это не было удивительно. Ну, это неинтересно. Да, вот. А это, знаете, еще такое радио, которое вот на кухнях раньше стояло. Трехкассетник, трехпрограммник такой. Нет, просто это его удивило больше в тот момент. В тот момент, да. И что ты испытал?
я тебе помогу. Удивился. И все? Вот смотрите, вот удивился, вот с нашего Лёши можно как вот эти, Чак Норрис, значит, в гневе, Чак Норрис, значит, смеется, Чак Норрис удивился. Ну, то есть ничего не меняется. Ничего не меняется, а главное, что держит ритм, молодец Алексей, вот это, кстати, самое главное функциональное... Зачет. Так, дальше. Сегодня Феклистов выставляет оценки. Да, выставляет оценки. Кто еще? Давай. Ну, Леш. Степа. Я могу... Степа, ну пусть Степа. Я про Степа могу рассказать сам. Не-не-не. Я не будет там слышать. А Степа слышал еще. Ты я знаю, когда. Подожди, он неожиданно. Гораздо чаще. Неожиданно. Осмелится ли он рассказать этот гораздо. Эпизод? Как-то и неестественно. Вот, под него поднимаем. Натурально. Так, вообще сейчас, секундочку, сейчас, так, естественно. Ты меня сейчас, Степа, очень порадовал. Когда нагнулся в состоянии... Да, ну, сказал, что неестественно. Как-то неестественно. Неестественно. Мужик. Всем привет от мужиков. Мы здесь, в оранжевой студии. Я что хотел сказать. Я эти песни «Конец фильма» слушал гораздо чаще, когда еще не был знаком с ребятами. А сейчас уже реже слушаешь? Сейчас уже реже. Ну... Но иногда хочется послушать так... Не, ну, я могу рассказать эту трогательную историю. Расскажи, вот в армии. Моя, вот, моя любимая история. Значит, я служил в армии. Когда с Евгением познакомились, я ему рассказал эту историю. Он подумал, я что я что-то... Прослезился. Значит, вот представьте, армия, вот эта взлетка, да, я ее мою, значит, и у меня желтые глаза и звучит. А я думаю, я подпеваю. Нет, в «Юность в сапогах» это я уже более зрелом возрасте. Ну, да. Это я уже был взрослый. Это уже что-то ему... Я уже был серьезный человек вообще, когда «Юность в сапогах». Ничего, у меня с прической нормально. Уже намывал золотишко. Да, вот. И я, значит, с Женей мы познакомились в далеком 2008 году. Я говорю: Жень, ты представляешь, вот... А я вот когда-то мыл пол, понимаешь, вот это вот, в казарме. А я думал, что ты моложе, я думал, что «Юность в сапогах» уже слушал. Почему? Не, а «Юность в сапогах», это мы... Да, а потом «Юность в сапогах». И я слушаю и думаю, ну, вот правильные слова в песне. Песня, конечно, так себе. Слова правильные, я думаю. Но это я уже Жене не рассказывал. А мне Жене он сказал, и песня, говорю, хорошая. А мне он рассказывал примерно так. Он слушает, думает, вот бы вот в такой вот группе когда-нибудь поиграть на клавишах. Это как-то ну, так... Ну, все равно так сложилось, понимаешь? Нет, но это у каждого своя версия. Вот я так запомнил. Почему. Поэтому... А сейчас вот пару раз в машине просто ехал, слышал. Ну, так уже. Очень замечательно, когда ты ругаешься, допустим... Дорогой, в своей машине или в чужой? По-разному. А, в основном... Слушал, да. В своей или в чужой? В чужой машине это всегда. Не, это по-разному бывает. Феклистова Евгения машине, я слышу. Думаю, это что, говорю, у тебя радио, он диск раз переключил. Смотри, была бы красивая история. Бывало, ну, деньги кончаются. А я думаю, а что три песни подряд по радио не крутят же одну игру? Жень, переключи радио. Угоняешь машину, включаешь, а там и как-то неудобно, думаешь, ладно. И вернул владельцу. Неудобно. Есть какие-то вопросы, уважаемые радиослушатели? Ты сегодня споешь? Обязательно. Вот все. Мы только у вас поем. Слушайте, а давайте пусть споет Степа вот именно сейчас, потому что он уже так хорошо начал отвечать. Жалко с ним. Размялся уже. Да, как-то жалко с ним прощаться. То есть ты так обычно после того, как отговорила «Осень золотая», сразу музыкантом. Не, ну он рассказал историю такую, после этого, да, надо... Ну давай, надо петь, надо петь, надо петь, чтобы душа... Народ-то просил твою песню. Это вообще эксклюзив из эксклюзивов, и я даже промолчу и даже не буду ничего играть. Вот это ты сейчас себя взял в руки, я тебе скажу. Да. Даже промолчу, это редкий случай. Поехали. Я на улице сейчас,
и метро закрыли в час. Только жаль, вот сигарет нет. Такое порой бывает в жизни. Нет сигарет и нет зажигалки. Такое порой бывает в жизни. Нет сигарет. В смс-ке я тебе написал, что на метро успел. Звезды гаснут на ветру. По ночным проспектам я иду к себе домой. Я собираю, как цветы, сны, какие видишь ты. Только жаль, вот сигарет нет. Такое порой бывает в жизни. Нет сигарет и нет зажигалки. Такое порой бывает в жизни. Нет сигарет. Уже не первый раз мы слышим эту песню в исполнении Степина, и не первый раз испытываем одни и те же, собственно, эмоции. Мы еще не слышали в исполнении Петра Валерьевича и, например, Алексея Юрьевича. К сожалению, было бы неплохо услышать бы и начальника транспортного цеха. Но у нас будет скоро у всех по песне. Но я сейчас наблюдал внимательно за Женей, когда он следил за тобой, как ты поешь. В этих глазах, я тебе скажу, какая-то отеческая грусть была. Я просто думал о том, какой пол я буду мыть, когда услышу эту песню по радио. Я представлял себе, как это... Уже какая-нибудь баня, собираю мочалки так одиноко после... Это вечер, и думаю... Это на тебя как... низко поставленный Степе микрофон, так что ли, сейчас такие ассоциации? Нет, я просто подумал, а ведь может и так же повернуть судьбу. Да. Давайте уйдем от этой темы. Я прочитаю сообщение, а после этого надо будет спеть, потому что уже как-то час пролетел почти. Хитрый Ди, так зовется девушка. Несколько противоречивое сообщение, прямо скажем, ну, как бывает у женщин, некое такое противоречие. Такое порой бывает в жизни. Пишет она, рассказ. Когда я была молода, пишет она... В плане музыки я почему-то хотела равняться на брата, который слушал потяжелее и все, что полегче, презирал. Но любовь, так сказать, не выбирают. Вот и был у меня эдакий «постыдный» в кавычках плейлист, который я слушала в темноте, исключительно в наушниках. И группа «Конец фильма» была там с тремя песнями, одна из которых была устом к сериалу «Солдаты», который жутко мне нравился. Сейчас, повзрослев, я вспоминаю, что большая часть исполнителей того плейлиста звучит в ротации своего. Я искренне горжусь той музыкой, которую сейчас слушаю. И группа «Конец фильма» для меня как напоминание о том плейлисте и о том, какой же глупой я была. Я очень, так сказать, любопытно. Нет, хочется мысли. Сказать, нет, не такой уж. И вообще, кто вам так сказал, и это все... Очень правильно, что вам написали, об этом рассказали. И ваш брат был не совсем, может быть, прав. Ну, он прав был, то, что слушал музыку потяжелее. Мы тоже такую музыку слушали. Но это ничего не означает. Вот я думаю, что все очень прекрасно. Да. Я вот уже прямо сейчас, у меня глаза на мокром месте, сейчас я заплачу. Что нам делать дальше? Общаться или петь что-то? А что ты хотел бы?
Я даже не знаю. Вот... Первый раз вижу Феклистова растерянным от того, что не знает, что делать. Я думаю, может, Степа еще попоет, но у него же только одна пока песня у нас такая прям подготовленная. Ты настолько просто... устал уже? Нет, я просто думаю, что вот я уже так вот, я прямо... Давай новый день. А, давайте новый день. Вот видите, подожди, подожди, сейчас поймем новый день. Еще времечко у нас есть немножко. Я вот прочитаю еще сообщение старый от Андрея Архипова. Старый день. У меня сложилось впечатление, что парни вернулись в репетиционную базу. Репетируют, обсуждают, немного лечатся от невидимой болезни с 40-градусными таблетками. Снова поют, а мы, зрители всего этого, прямо вот на базе у ребят. Знаете, как уютно сегодня, необычно. И, ну, очень по-домашнему. Как же приятно быть в такой обстановке. Прям елей на душу, по душе растекся, тепло, вкусно и браво. Ну, у нас всегда по-домашнему, я всегда говорю, что у нас не программа, а кухня. На этой кухне, в общем, можно и поговорить, и попеть, и чайку с кофеечком. Оранжевые чашки. Да. Это да. Вот что надо обязательно сказать, потому что это важно. Кто знает, может быть, сегодня кто к нам подключился впервые и не очень знает схемотехнику программы. После песни, которая сейчас прозвучит, мы уйдем на небольшую паузу, а потом еще аж на целый час вернемся в эту... Когда я говорю аж на целый час, аж даже сам... Только всего лишь на час мы вернемся обратно в эту студию, потому что время в программе «Живые» пролетают очень быстро. Ну, хиториде, пишет она мне. Я хиториде. Ну, извините, конечно, если бы я прочитал, например, Андрей Архипов, на меня можно было бы обидеться. А запомнить, что вы хиториде, когда вы пишете латиницей, я, видимо, никогда в жизни этого не запомню, так что уж примите, как... Буду называть HD. Ну, чтобы не обижать неправильно поставленного... HD, HD. Хорошо, HD. High definition. Вот high definition. Вот, отлично, HD. Теперь у меня эта пользовательница будет именно под таким ником, потому что запомнить, где ставить тут ударение, я, видимо, не смогу никогда. Это возраст. Ну что ж, тогда мы поем песню «Новый день», и нам очень приятно, что все-таки, если сравнивать плейлисты, то все-таки у нас изрядно обновился плейлист. Мы поем вот несколько песен вот совсем со свежей, не вышедшей пластинки. Одна из них, песня «Любовь», прозвучала, и сегодня прозвучит как минимум еще две песни, мы хотим исполнить, которые еще не звучали на официальных релизах. И одна из них называется «Новый день». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня конец фильма. Погнали. Даже если будешь себя героем древней Трои, мир порой устроен так, что люди ходят строем. И пускай возможности для роста явно плохи, я всегда могу сказать, что просто сын эпохи. Дежурных дел трепетим, где деньги делают людей. Ровный путь, в норме кровь, я бы умер за любовь, но боюсь, спит режим жизни в каждой нервной лжи. Все, чем жил, когда я был моложе, свято верил. Все сегодня оказалось ложью, лицемерие. Нет мечты вместо идеалов, только схемы. Сделать так, чтоб жизнь не выбивалась из системы. Дежурных дней.
раньше люди были, как и стали, скалы, глыбы. А чего же мы с тобой не стали, кем могли бы? А чего же безысходность гложет души, лица? Неужели ничего не сможет измениться? Ровный пульс, в норме кровь, я бы умер за любовь, но боюсь сбить режим жизни в каждодневной лжи. Я хочу быть с тобой, но полжизни за спиной, и страшно, что давайте продолжим. Сегодня здесь конец фильма, и объяснять это лишний раз, я думаю, не нужно. Пауза была долгая, и поэтому хотелось бы начать сразу с песни. Как хорошо все понимают. Хуже всех людей на свете музыканты. Их талант влечет на дно, течет за край. Они циники, без веры и ни в чем не знают меры. Музыканту не дадут путевку в рай. Музыканты пьют вино. Запрещенную
Очень самокритичная песня, на самом деле. Ну, зато честная. Вот за что я и уважаю Феклистова. За абсолютную честность и полное понимание жизни. Ну, и своей музыкантской жизни тоже. Сергей Малявин вот написал. Это группа ВКонтакте, лента. Приятные сегодня гости. И как музыканты хороши, и как собеседники. Когда-то относился к группе как к одному из звездных коллективов, закрученных везде. Ну, и поэтому недолюбливал. Но все поменялось, когда попал когда на... Когда резьба сорвалась, да. И они раскрутились, распоясались. Подожди, дай дочитай. Когда попал на сольное выступление Феклистова на одном фестивале. Тут мое отношение к ним резко поменялось в лучшую сторону. Понял, что то, что я слышал раньше, даже и отдаленно не передает их таланта. В общем, речь о том, что в ротации разных радиостанций попадали какое-то ограниченное количество песен. А песен-то много, и на концерте ты понимаешь, что... А вот эта вот да. Песня вообще никогда, наверное, не попадет, только в свое радио, наверное. Почему? Я не знаю, вот она как-то, вот все, у нас же вот там слова такие. Какие? Ну, которые только Шнуру можно петь. Проститутка? Да, там проститутки, да про водку, умоляю. Про траву там. Я тебя умоляю, а что такого это, в это пропаганда экстремизма. Я даже доверил эту песню, вот петь вот припев вот этот экстремистский, чтобы меня не посадили, если что, гастрольный график не сорвался. Степа узнал об этом только сейчас. Сказал, можно я спою? Я говорю, можно. Вдруг он... Степ спел. Да. Нет, но на самом деле, если серьезно, то вот как раз недавно было у Петра Валерьевича день рождения, и мы не могли не вспомнить, что эта песня, она на самом деле посвящена... То есть собирательный образ музыканта на самом деле... Глядя на Петра Валерьевича, сказал он. Да, родился, когда я, в общем, много лет вплотную экспериментировал в музыкальных разных формах, больших и малых, с Петром Валерьевичем, я понял, что вот он собирательный такой. Знаете, все вот смотрят фильмы о том, как должны вот там выглядеть рокеры. Вот у меня на майке тоже там вот рокер, как он должен выглядеть. Вот мало кто из настоящих рок-музыкантов способен так же жить, вот как это декларируется, еще при этом музыку успевать играть. Это очень немногим дано. Обычно куда-то склоняются чаши весов либо в одну сторону, либо в другую. Вот Петр Валерьевич, он уникальный в этом плане человек, потому что он совмещает в одном лице как бы и такой профессионализм, а в организме всю периодическую систему Менделеева, даже сам не догадывается, о каких. И Менделеев даже тоже не знал всех элементов, которые спокойно борются друг с другом у Петра Валерьевича в организме. И пока вот он, в общем, он с нами, он полон сил. Да, мы предлагаю. Петр Валерьевич застеснялся. Давайте споем «Возвращение». Это... Ну можно? Давайте. У меня сегодня каникулы. Да, давайте. И надо несколько слов сказать, потому что кто-то сразу же скажет, что вот если это не сказать, эта песня, она, в общем, совместная, опять совместная песня. Музыку написали парни из Англии, из группы, с очень созвучным мылу, название мыла «Дав», а это, вот, помните рекламу «Дав», девушка чувствует себя всегда свежо и хорошо, да? Вот... Ну, да, правильно. Да, ну, это реклама мыла, я имел в виду. Понятно. И мы не могли, в общем, остаться в стороне. И была группа «Дав» — это вообще голубь, а группа «Дав» — это голуби. Ну, такие не в том смысле, что голубчики так. В хорошем смысле этого слова. Группа играет альтернативную, хорошую, умную музыку, серьезно. Выпустила альбом, назывался «Kingdom of Rust» и распалась. Но нам показалось... что этого мало, и мы все-таки решили сделать, и сделали эту песню. Более того, мы сделали с дуэтом Шуры Би-2, и даже, скрою маленький секрет, нам пришли, в общем, письма уже из стран Туманного Альбиона, нам обещают все-таки, что дать разрешение, то есть фактически нам уже дали разрешение, но, в общем, идет оформление бумаг, и, пользуясь случаем, мы как раз споем песню, опять же, русский текст. Вот я просто по-английски пою с акцентом и не во все ноты попадаю, поэтому я пишу по-русски, это не так заметно. Угу. И все, уже достаточно сказал. В общем, уже песня могла бы быть спета, песня «Возвращение». На Альбионе «Дав» вам успокоились. Ну, я имею в виду права. Как всегда, живые звук в программе «Живые». Здесь конец фильма. Поехали.
уже нельзя. В общем, не зря они дали вам разрешение, а мне кажется... Им понравилось, кстати, ну, между прочим, а они даже... менеджер Дэйв написал, что всем ребятам понравилось, но он написал по-английски, я вам сразу перевел, чтобы вы не мучились. Угу. А то ж парни не знали, о чем написано. Вот Катя Афанасьевна написала такое интересное сообщение, я сейчас пытаюсь его расшифровать, с фотографией твоей, кстати сказать, поющим с гитарой. Да. Дословно фраза звучит так. А кто поет это человек был на юбилейный концерт Магелланового облака 20 декабря 2015 года? Как я понимаю, фраза должна давать следующий смысл. А, так вот кто поет эту песню на юбилейном концерте Магелланова облака 20 декабря. Это уже, понимаете, это из астрономии. Магелланово облако, это, по-моему,
это звездное какое-то уже скопление, нет? Это, или это связано с проливом, с географией? Поправьте меня. Ты если... был на концерте Магеллана Лука, не знаешь, кто это такие? Нет, я знаю. Ну, а что ты тогда сейчас вопросом задаешься? Я задаюсь вопросом философским. Всегда. Ну, это... Хорошо, я сейчас тогда задам тебе вопрос, который поможет тебе развить тему. Это был я. Я этот человек. И что же, по-твоему, такое Магелланово облако? Магелланово облако – это такой это коллектив. Это коллектив, безусловно. Да. Значит, молодой достаточно, и в то же время заслуженный уже. Поэтому я видел, кстати, здесь на оранжевой стене эту надпись. Ну, наряду с многими... надписями. И, кстати, когда я смотрел, не все, кстати, слушатели это видели, эту стену, хотел сказать, стену плача, да, стену и скорби. Там, вы знаете, уже столько надписей, что уже даже стала появляться лепнина. И даже я настолько был увлечен, что подумал, есть же такая группа «Выход». Я думаю, какую табличку завахали ребята. И только потом я понял, что это «Выход», который висит над дверью. В общем, глядя на эту стену, изрисованную, исписанную, я понял, что каждый из артистов, который здесь был, естественно, он думал о том, что вот я на своем радио, мой эфир запомнит ведь навсегда, и вот я здесь, чтобы не забыли, еще напишу на стене. И когда смотришь на эту стену, плача, да, понимаешь, как трудно пробиться, как трудно. Все хотят привлечь внимание, все хотят. И мы, кстати, тоже не исключение, мы тоже где-то там тут написано. И подумал, ну это ж просто невозможно увидеть и расслышать это среди музыкальной лавины. Но это все наша музыка, это все свое радио, это прекрасно. В общем, и сквозь эти значит, переплетения этих вензелей, также вот витиевато ноты, и, значит, рифы и рифмы, они текут, растекаются, расползаются по интернету и входят в ваши души, и совершенно неведомо, что в них произрастет. Как-то ты быстро закончил. Я рассчитывал на более длинный. 46-47 – это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробельчик, а дальше все ваши соображения. А есть масса сообщений, которые вы пишете ВКонтакте, либо в чатах. Вот Александр Баджи написал, только включился, но хоть под конец часа успел застать конец фильма. Стабильно шикарно. Салют вам. Ну, в общем, да, эти ребята никогда, мне кажется, не попадают мимо. Хотя Женя говорит по-английски «мимонот». Но по-английски не слышал, знаю, что по-русски всегда все. Но я не умею вот это. Да, вот это не умею. Это все. Не получается. Не складывается. У меня фифект. Не складывается. А, вот что. В любом случае, народ не отстанет. Тут, в общем, просят и «Желтые глаза», и массу других песен, которые, собственно говоря, знают и любят. Есть и название почитают. Уже у меня для следующего альбома. Масса других песен. Отлично. Вот хорошо. Спасибо. Спасибо. Приятно быть автором названия следующего альбома. Масса других песен. Я не знаю, какой плейлист или трек-лист вы себе составили, так или иначе. Ну что, можем спеть «Желтые глаза», чтобы уже отстали. Нет. И мы даже можем сделать... Хотите, мы споем сразу две песни подряд? Это будет уникальная такая опция. Ну, обычно мы так не делаем. Не делаем? Тогда нет. Если мы но тебе не можно. Нет, мы «Желтые глаза» споем, потом все-таки поговорим. Я еще немножко поговорю, поскольку хорошо, у тебя выходной сегодня. Хотел сказать, поговорим, Женя поговорит. Ну, я теперь только до меня дошло, что ты всерьез это сказал в начале программы, я понял, что это всерьез. Ты думаешь, я шучу когда? Нет. Ну, я не сразу осознал, я вначале растерялся. Ты? Ну, первые три секунды. Фиклистов растерял? Это как колобок повесился, а Буратино утонул. Я как Мария Ивановна, которая работала в Министерстве культуры, и позвонили, и задали вопросы, она растерялась. А к этому ответу готовилась она всю жизнь. Так же я растерялся. Я всю жизнь ждал, что мне предложат вести эфир вместо ведущего, и тут это предложили, и как неожиданно. Также у меня... Пропал на короткий миг, пропала речь. Но сейчас все вернулось, так что я готов вести. Хорошо. Сегодня твой день. Да, отлично. А как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня конец фильма. Поехали. Вскипятит на плите молоко.
вечная песня, тебе скажу. Вот как-то удается на самом деле фиклисту сочинять песни, которые... Кстати, да. Кстати, сейчас я задам все-таки серьезный вопрос, неожиданно для тебя, наверное, хоть у меня сегодня и каникулы. А это чуечка, что ли? Либо это как-то, может быть, у тебя схема какая-то? И какой глупый вопрос, но тем не менее, я имею право сегодня, потому что у меня каникулы, у меня голова тупит. Или у тебя какая-то схема есть математическая, написание песни? Потому что не песня, то хит. Что не песня, то мелодически она удивительно красивая, или удивительно ритмична, или удивительно драйвова. Почти каждое твое произведение... Ну, я должен серьезно ответить, если... Ты можешь серьезно? Могу. Давай. Лабутены, вот это не вот могу это, себе вот просить, хит, почему да? Не мне пришла в голову эта идея, лабутены. Я даже не знал такого слова, а теперь, ты говоришь, желтые глаза. Ты про ролик, что ли? Ты про Ленинград сейчас говоришь? Я говорю про лабутены, а ты знаешь, что на выставку Ван Гога в Питере в лабутенах пускают бесплатно теперь? И если Сергей я тебе представил рядом, на лабутенах, не рекомендую ходить на выставку да, Ван Гога. Да, в общем, да, ну, я просто хочу сказать, что вот как вот такие мысли приходят? Это, мне кажется, что это вот... Загадка. Это загадочная вещь. Ну, в данном случае, прими это как комплимент, потому что действительно очень многие музыканты или там, скажем, авторы текстов, песен, они, слово пыжиться не то, стараются изо всех сил написать хит, и кажется им, стараются что, написать «Отель Калифорния». Наконец-то, хит. Вот, а нет. Фиклистов как песня не перенесет какую-нибудь? Ну, откуда берет-то он это все? Ну, откуда берет эти музыкальные ходы, которых вот угадать невозможно, очень красиво все. Ну, видимо, дар божий, что сказать. Владимир Сержович, кстати, хорош тоже. У нас сейчас серьезный блок. Вот еще один серьезный вопрос. Да. Немного провокационный, пишет Владимир, вопрос Евгению по поводу «Юности в сапогах». Повлияло ли как-то на вас то, что ее взяли в сериал? Казалось бы, после этого должны были и другие проекты, ну, телевизионные он имеет в виду, вас приглашать. Но почему-то этого не произошло. Не зацепило это лично вас, так как если ставить что-то достойное на ТВ, так приглашают именитых, так сказать, роковых музыкантов, тот же «Брат» и «Жить здорово», а так на ТВ вообще не пробиться. Здорово жить! Не это пробиться. Еще один. Это, кстати, с лабутенами, мне кажется. Вот «Жить здорово» — этот самый же, этот, господи. Туда надо вот этот ролик. Ладно, хорошо. Ромарио, чего-то я не вижу, например, чтобы Ваенга или Стасик принимали участие в саундтреках к фильмам, тем более на всю страну. Слава Богу. Они и так хорошо, им не нужно. Не обидно ли вам, Евгений, что с вами в неком роде поступили, как в известной поговорке про матросов? Приняли бы, что вы участие в подобной сети? Тем более солдаты были с господдержкой. Ну, да, я перефразирую немножечко. Тебе хотелось бы принимать участие, ну, я имею в виду группе с песнями в саундтреках, нет, фильмов? Нет, я могу сказать, что у меня даже были серьезные переговоры по поводу участия в саундтреке к серьезному фильму. И даже, я думаю, что был бы очень хороший фильм. Но не сложилась судьба в том плане, что неожиданно скоропостижно скончался режиссер. А вообще был очень интересный сценарий. И, скажем так, сериальная, конечно, тема, она интересная. Она, ну, вообще очень даже интересно послушать саундтреки к сериалам, которые выходят не у нас, а выходят там... Ну, сериал «Мост» интересный саундтрек, и там, я имею в виду шведский, вот там очень интересная песня, я даже себе скачал. Откуда? Откуда-то из интернета, не с помню. Рутрекера? Возможно. А его закрыли, ты? Тут вопрос-то был нам обоим, как мы относимся к тому, что закрыли к нему доступ. Ну, я вот по-другому бы его просто не смог скачать, и купить его нереально здесь. Значит, плохо. Тем более шведы наверняка захотят в евро все-таки это получить. Все. У них шведских крон уже нет. А есть еще саундтрек замечательный Breaking Bad и так далее, и так далее. И к этому «Настоящему детективу». В общем, много хороших композиции попадаются в саундтреки не только к отечественным, но и даже не столько к отечественным, сколько к зарубежным. И, конечно, вот это на самом деле очень интересная вещь. Вот группа «Рамштайн» попала к Дэвиду Линчу в сериал, и «Жизнь и судьба» сложилась, вот, возможно. Так что, ну, полный метр, он, конечно, полный метр лучше, чем сериал, и Дэвид Линч, он, наверное, лучше, чем Михалков. Ну,
Да, ну, для, нет, не как режиссер, а для продвижения. Я про это и говорю. Только вот в этом, не поймите. Для продвижения. Михалков шикарный режиссер, очень люблю его фильмы. Я когда ты говорил эту реплику свою, я и подумал, если бы у нас были Дэвиды Линчи в России, то, наверное, очень многие группы стали бы мировыми звездами. Мировыми звездами. К сожалению, не так пока что. В общем, надо развивать не музыку, а кино, я понял. Надо, чтобы у нас, наконец, появлялись режиссеры с мировым именем. Надо, чтобы Бекмамбетов брал в свои фильмы как можно больше России. Хороших музыкантов. А вот у него, наверное, плохо с советчиками. Его надо познакомить с тобой. Нет, со своим радио. Я не буду так на прямолинейен, а дальше ты уже знаешь, что делать. Давайте дальше, братцы, петь будем. Что это будет? Это будет песня «Питер», поскольку мы в неоплатном долгу перед этим городом. Мы периодически туда приезжаем, и даже вот один из наших... Он не может оттуда никак выбраться. Он там застрял между, значит, фонтанкой и вечностью. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня конец фильма. Погнали. Сердце порвано в сините. Из Москвы я еду в Питер. Мурного неба, словно в грудь принять свинец. Что мне тут не говорить, но не переубедить, как в последнюю обитель взять билет в один конец. Но зато здесь есть девчонки, что подход имеют тонкий. Здесь хандру и непогоду лечат грелкой в полный рост. Здесь, где Пушкин был застрелен, где повесился Есенин, быть поэтом не призвание, почти что приговор. Здесь по юности женился, здесь ребенок мой родился, здесь развелся, здесь влюбился и влюбляюсь до сих пор. Здесь шаверма, не шаурма, съешь и так же станет дурно. У ларьков здесь пьют культурно, у палаток здесь не пьют. Есть поребрик, нет бордюра, нет крикуриц, есть крикура. Здесь не мочатся подъезды, здесь парадных только. Невский град, Игран, Петровский, пол синит, ревет Петровский. Здесь не может быть футбола, если это не синит. Что здесь Минин, что Пожарский, если мушкетер Боярский. На трибуне синим шарфом нервно усой теребит. Бизовскую водку медным всадником коньяк. А как пить мне будет нечем, я отдам собакам печень, потому что нет голодней диких питерских собак. Как умру, похороните между сфинксами в граните. Пойте песни и пляшите, как и я когда-то тут. Не московские куранты, что забили все Что не песня, то история, понимаешь. Что не песня, то кино.
понимаешь. А фильм это конец. Ну, я к тому, уже что минут через... Время? Нет, нет, еще есть времечко. Нет, это я пошутить пытался, извини. Неудачно. Сегодня у меня выходной, на самом деле. Шутишь сегодня здесь... Ты. И даже из... ну, это как стреляешь дробью, надо стрелять кучно, так, много говорить, тогда что-то даже попадает иногда. 2-3 слова могут попасть. То есть ты думаешь, что чем больше говоришь, что... Вот... Ну, шутка – это примерно как червяк, который ползет через дорогу. Надо достаточно прыгать мощно, чтобы попасть, наступить на нее ногу. Я думаю, примерно так, чтобы брызги юмора захлестнули эфир просто. Я вдруг представил цветом себе червяка и раздавленного, и брызги юмора. Весьма циничная шутка получается, называется. Ну да, 46, а вы, это фактически такая завуалированная цитата из Тарантино. Помните, там рассказывался анекдот про кетчуп? Привет, кетчуп, надо. Там такой был. Надо. Отсылаю всех туда. Надо. Траволти, который тоже стал уже надо. Мемом. И согласен. Вот так, вправо, согласен. И, вправо, и направо виден Траволти. Я пытаюсь вставляться. Налево. Как-то. Согласен, да, согласен. Сегодня здесь конец фильма. Ребят, вот что. У нас остается, правда, совсем чуточку времени. Вот что хотелось бы сейчас чего коснуться. Альбомов немерено, концертов немерено. Группа залюблена, как мне кажется, в стране. И очень любимой на концерты ходят. Но вот скажи... Солюблена, какое хорошее слово. Хорошее слово, да. Поручик Ржевский недолюбливал женщин, потому что не успевал. У нас-то как-то все в порядке, вас успевают полюбить. И мы залюблены. Появляются новые, кстати. Вот человек прямо и пишет здесь, что я недавно... Залюбленный судьбой артист. Сейчас пауза. Недавно открыл для себя группу, то есть полюбил группу. Конец фильма и требует исполнить «Роял Бикини». Вау. Кстати, хочу тебе честно сказать, это одна из, на мой взгляд, вот в моем отношении, в моем понимании, одна из самых противоречивых песен группы «Конец фильма». Ну, мы можем ее, конечно, спеть, но просто я не знаю, а уместно... То есть дело в том, что вот мне тут показывают, что все, Египет и Турция, все, уже закрыта тема. Вот мы такую хорошую песню испортили, ничего не знаем. Что... Ну, давайте мы другую все-таки. Еще не все кончено. Не все кончено? Нет, конечно. Еще откроют? Еще а куда они денут? Как они? Они же там, извините, гибнут без нас. Но они, гибнут, они, просто гибнут. Им же не на что жить сейчас. Денежки кто им везет-то? Турки, живущие в том регионе, знают русский лучше нас с собой. Потому что там сплошные русские туристы. А сейчас русских не пускают, ну и все, хана. Они же сами пойдут сейчас руками душить всю таможню, чтобы уже хоть кого-нибудь, хоть одного бы, хоть Феклистова без группы бы пропустили, чтобы он там немножко пожил чуть-чуть бы. Хоть одного бы. Так что песня уместна. Почему? Я говорю, что она противоречива, потому что вот, мне показалось, когда я ее услышал, ты мне как прислал ее, мне показалось, что у тебя начались какие-то внутренние, не то чтобы сомнения, метания. То есть это метания, связанные с тем, что ты как-то уже пытаешься, может быть, искать новые для себя творческие выхлопы и выплески из того материала, в котором ты обычно существуешь, что-то я много говорю сегодня, да, из того, так сказать, потенциала, который у тебя есть, ты вдруг решил пойти немножко в другую сторону, как бы чутка потяжелей. Или мне показалось, или ты попробовал и ушел обратно. Вот мы как, даже не знаю, вот каждая песня все-таки должна, форма соответствовать содержанию. И поэтому тут трудно даже понять. У нас настолько все музыканты, я считаю, разносторонние слушатели, и уже давно так вопрос не стоит, что вот это... Не стоит вопрос таким образом, как я слышал, один парень сказал, гребень кончился, имею в виду БГ, гребень кончился, когда не просек металла. Вот эта фраза, вот я вот должен, это такая цитата прямо, которая отражает... Должен, да, начать был металл играть, что ли? Ну, он, да, он не просек, и на этом он закончился. Вот это, мне очень нравится восприятие. То есть так и не начавшись, хотелось просто... Хотел сказать молодому человеку. Но просто для кого-то музыка, она исчерпывается вот такой вот... не знаю, вот как сказать... пентатоникой в переложении там... переложенный под фуз или как-то так еще. Для кого-то вот нет ничего на свете лучше группы Modern Talking, я не знаю. В общем, это такой вопрос очень странный. В большинстве своем людям нравится та музыка, людям нравится та музыка, людям нравится та музыка, которую они привыкли слушать в детстве. Допустим, пригласил вот три раза приглашал, играла какая-то странная музыка. А вот тут Сиси Кейдж заиграл, пригласил, и девчонка сказала, ладно, пойдем танцевать. И вот парень думал, нет, Сиси Кейдж – это хорошая музыка, подумал он. То есть все же строится на этом.
Поэтому, если кто-то отдыхал под песню «Royal Bikini», то, соответственно, у него, наверное, только позитивные ассоциации. А если нет, то трудно сказать, какие. А, в общем, ну что, играть с «Royal Bikini»? Мне все-таки... Или попробуем нет, все-таки сыграть... смотри сам. А мы хотели вот сказать, что вот есть еще одна... Во-первых, хотелось бы, чтобы попел сегодня еще и Степан. Давай, конечно. Да, да. Ну, во-первых, он уже отпетый он сегодня... дебютировал как уже основной вокалист во втором куплете песни «Музыкант». Это надо закрепить этот успех. Кстати, красиво спел. Очень прекрасно. Прочувствованные слова, такое ощущение. Он практически единственный человек, для которого эти слова, по-моему, пустой звук. Я не удивлюсь. Знаешь, я не удивлюсь, если... поет он так, если, как будто... Да-да-да. Если через пару лет появится пресс-релиз, группа «Конец фильма», вокал Степан Токарян, за клавишами Евгений Феклистов. Да. Ну, и вот следующая песня – это первый звонок уже к этому. И так оно и называется «Звонок». Хорошо, что первый звонок, а не последний. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Конец фильма». Погнали. Твой звонок меня вырвал из сна. Я говорю, прекращай пить спиртное. Ты говоришь, что почти не пьяна и что тебе нужно нечто другое. Плюшевый мишка не может согреть, и не спасают ни телек, ни книжка. Говорю, слышишь, хватит реветь. Я скоро буду, до встречи, малышка. Жди, поставь на кухне чай, запей слова печаль. Грусть без причин надо лечить. Вот я в такси,
Ну, кстати, еще одна достаточно неожиданная песня для конца фильма, что не может не радовать. На мой взгляд, одна из самых разноплановых команд на нашей российской сцене. И в этой связи огромное количество благодарностей здесь, в ленте. Песня «Шедевр», например. Вопрос задают про Башакова. Я уже стал там читать, будет ли какое-то сотрудничество. А почему нет? Конечно, да. Я думаю, что будет. Просто надо подумать. Вот видите, вот... Вот, ну, надо что-то, мне кажется, от Лабутенов. Надо найти какое-то хорошее слово такое, которое не затасканное, и которое вот прямо, вот я не знаю, вот до этого мне только перло только от Гибралтара Лабрадора. То есть тоже вот я вот когда этот слышал, Гибралтар Лабрадор, это что же вот... Не просто найти такое сочетание. Нет, вообще просто. А Лабутена, я даже не знал, что это калоши, вывернутые наизнанку, и просто наоборот. То есть, понимаете, да, там, в калошах красное. Ну, мясо наружу, короче. А тут, да, все наоборот, прямо. Ну да. Слушай, ты сказал Лабутенов, я вдруг вспомнил ролик, который недавно появился, группа «Ленинград», да, на Лабутенах, да-да-да, и в штанах. Да. Понятно, что я не стал бы его смотреть, если бы не... Ну, потому что, ну, я понимаю, что «Ленинград» ничего нового такого, прям вот такого, чтобы меня зацепило, уже не сделает, но... Но группа «Санкт-Петербург», а их было две группы, тоже не сделать ничего. Но ролик я все же посмотрел. Я могу отдать должное, во-первых, режиссеру этого ролика, как я выяснил, это женщина. И, в общем, было по всему женщина понятно. Женщина, ну, такая, что не, это не, да, не осторожно, модер. Не девочка. Не девочка, не девочка, нет, да. И актерски там все роскошно просто сделано. Я посмотрел ролик несколько раз с огромным удовольствием. Песню я даже как-то ее там и не оценил. Вот это, кстати, не оценил. О саундтреке. Нет, абсолютно верно о том, что сила ведь песни в том, чтобы быть саундтреком. Вот еще один раз мы убеждаемся в том, что, ну, нужна хорошая картинка. Без картинки трудно жить. Вот такой бессветлый, такой красивый и радостный. Ну вот, поэтому-то в данном случае речь, конечно, не о саундтреке, а именно об актерской игре, которая сделала эту песню реально просто проходящим саундтреком. А сама по себе история, она у меня вызвала улыбку, причем улыбку такую настоящую, серьезную. Ну и, в общем, совсем-совсем неподдельную. Так, времени как-то совсем мало остается. Что нам делать? Подожди секундочку. Ты не суетись. Сейчас мы решим, что делать. Я сейчас почитаю сообщение тебе, например. А, давайте. Вопросы. Вот, например, да, есть вопросы. Значит, какой-то был такой интересный, я даже подметил его. Мой вопрос, конечно, будет крайне неуместен, но все же. Давайте. Как Михаил Башаков относится к небезызвестной группе «Браво»? Интересно вдруг стало спрашивать Сазанова. «Браво»? Да. Почему Михаил Башаков в данном случае интересует Александра Сазанова? А как группа «Браво» относится к Башакову? Хороший Если вопрос. Вы ответите мне на этот вопрос, то я, ну, как-то попытаюсь связать. Я просто не знаю. Хороший вопрос, да, действительно. Как Александр Сазанов, это к вам вопрос. Как группа «Браво» относится к Михаилу Башакову? Это интересует Евгения Феклистова. Как Валерий Кипелов, да, относится к творчеству группы «Пикник», например? Тоже интересно. Тоже интересно. А давай порассуждаем, как он может относиться. Да? Ну это как? Может как-то... По-разному. Есть какие-то, может, я думаю, быть, может по-разному, но вслух никогда не скажет. Ну, мы не знаем. А по-разному он может относиться по-любому. Но ведь можно помечтать, как, например, относится... ну, не знаю даже, что сказать. Как относится... Курица вот, к яйцу. Нет, тут есть такой коллектив, который... Рекорд оркестра, да? Как рекорд оркестра относится... к Electric Light Orchestra, например. Ну, в принципе, никак, судя по всему. Не, ну они же как-то использовали это слово. Так, ребятки, завтра в программе «Живые» группа «Плотник 82», это в качестве анонса. А сегодня конец фильма должен, к сожалению, уже заканчивать свою программу музыкальную. Чем заканчивать будете сегодня? Чем кончим сегодня, братцы? Мы хотели танец, быструю песню, но я думаю, что, блин, не знаю, быструю, медленную, что нам делать? Может... Теперь ты же не ко мне вопрос задал. Да? А ребята говорят, нормально все. Давайте, то есть танец. Давайте закончим. Раз мы такие залюбленные судьбой, изможденные артисты, мы еще в конце танцем. Пару раз истерично дрыгнем ногой. Спасибо большое. Сегодня здесь в программе «Живые» была группа «Конец фильма». Мы получили огромное удовольствие. Всем здоровья, удачи, до завтра. Пока. Погнали. Сыграть эту роль, если
похожи на ртуть. Это видимость, затмившая суть. Режет души, а тупые края. Ты счастье твое, запуталась я. Как весне звучит твое извини. Цепь измены сможет нас изменить. Все мечты венчают тот же финал. Если слышишь, что я тебя звал. Я здесь танцую для тебя. А люди в масках пьют мой дар. Блеском мертвых страстей.